Ребята, привет! Ну что, продолжаем рыбалку на нашем Карасевом озере. Сегодня уже день третий. Вот то место, где вот эта будка была занята, наши кошерные, сейчас перешли вот сюда, чуть подальше. Посмотрим, как здесь будет ловиться. Так, донку мы забросили. Сейчас будем на удочку ловить. Глубина тут тоже хорошая, метра 2,5-3 где-то. Первая поклевочка. Червяка. Червяка был. О, есть. Ух ты, хорошенький. Эх, сошел прям в самый последний момент. Обидно. О, есть. О, есть контакт. О, хорошенький, но тот первый сорвался, был покрупнее. О, ребята, такие вот у нас тучки сейчас он ходит, вообще жесткие прям. Вон там впереди город уже. Клюет, ребята. Так, смотрим. О, что-то он сидит. Да, есть. Вот он какой. Уже покрупнее будет карасик. Вот такой вот карасендрик у нас. Так, ну, есть контакт. О, хорошенький. О, какой пузатик попался. О, третий уже. Так, я услышал какой-то подозрительный звон колоколов. Не успел я удочку достать. Тут уже, по-моему, донка клюнула. Ну-ка. Ах ты. Что такое? Перепуталось. Да, донка путается. Это хреново. Все, теперь ровно. Сейчас посмотрим. Нет, донка, по-моему, пустая. Ну да. Червяк уже подожрат. Вот такая вот у меня система. Тут червяк, опарыш, он все вместе. Опять запуталась. Ну что ж такое. Что-то, по-моему, сидит, ребят. Да, есть. О, какой пузатик попался. Проглотил-то вообще. Проглотил черти куда. Причем клевал так еле-еле, еле заметно. О, ребята, пока сейчас доставал донку карася, у меня клюнула удочка. Но это уже будет чуть-чуть поменьше.
сидит, ребят. Хорошенько, по-моему, даже. Вот он опять проглотил. Вот такой вот карасерик у нас очередной на донку попался. Донка сегодня прямо у нас в ударе. Прям как положил красиво. О, что-то есть. О. Ребят, это уже карасик поменьше. Вот у берега клюют такие поменьше, на глубине побольше. Ну, кстати, донка уже шевелится. Успел я забросить. Так, ребят, его клевочка. О, что-то есть. Вот он на опарика попался. Долго я его ждал. Вон он, вот такой вот карасик. Так, вам еще одна поклевочка. Ах ты, маленький. Да. В общем, ребята, сейчас пошел дождь, камеру я спрятал. На тесто попался вот такой вот карасик. О, какой кабанчик хороший. Толстенький такой. То, что надо рядом с берегом. Прям вообще очень хорошо. Так, ребята, в общем, у нас сейчас тут был мелкий дождик. Я не снимал. Поймал я, в общем, в этот дождь сейчас 3 карася. 2 на удочку таких вот хорошеньких. Он, кстати, клюет уже. Вытянул одного на донку. На донку. Нет, тут пусто. Сейчас донку проверим. Стали на тесто клевать. Ой. Донка тоже что-то сейчас шевелилась. Дождь вроде такой прекратился. Мне кажется, это ненадолго. О, что-то сидит. Причем что-то хорошенькое сидит. Так, о. Вот он, ребята. Конечно, не самый крупный за сегодня, но тоже на сковородку пойдет. Так, теперь поснимаем немного. Вроде клев начался. Время где-то около 8. Видать, у него вечерний жор пошел. Он уже что-то ей дергает. Так, что это? О, вот что поймал, блин. Да, ребят, коряшки тут тоже есть. Так что тут зацепы вполне могут быть. Есть. О, какой хорошенький. Это тоже будет покрупнее, чем на донку. Вот такой вот карасик. Ну какой кабанчик. Сейчас он пошел рыбалка на тесто. Ах ты, упал. Это такой же, поменьше, вон он, в грязи весь упал. О, есть. Вот он, ребята. Второй.
прям почти сразу. Вообще отлично. Так, ну, ребят, будем мы сейчас уже собираться домой. Уже потемнело. Дождик, блин, опять моросит. Сегодня, считаю, вообще шикарно порыбачили. Ну, вот тут полное ведро карася. Причем карася такого отборного, хорошего. Вон они, там плещутся. Такой ладошечный карась сегодня был. Ну, в основном клевало больше на донку. На удочке тоже там еще у отца есть ведро тоже с карасями. Вот. Вот это вот место вообще шикарное здесь. Тут у нас ловились такие крупные особи, попадались. Все, сейчас поедем домой. На этом я прощаюсь. До скорых встреч. Скоро увидимся.